Позвольте совместное торжественное заседание Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, посвященное 60-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции, объявить открытым. Для доклада о 60-летии Великой Октябрьской социалистической революции предоставляется генеральному секретарю Центрального комитета КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР, товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Идем навстречу эпохе, когда социализм в той или иной его конкретной исторически обусловленной форме станет преобладающей общественной системой на Земле, неся с собой мир, свободу, равенство, благосостояние всему трудовому человечеству. И это не утопия, не красивая мечта. Это реальная перспектива. Ее ежедневно приближаем своим трудом и борьбой мы с вами, товарищи. Приближает своим трудом и борьбой миллионы наших современников. Это и есть продолжение дела, начатого Октябрьской революции. Будем же всегда верны знамени Великого Октября, алому
знамени революции. Пусть все ярче сияет над миром свет бессмертных марксистско-ленинских идей. Да здравствует великий советский народ! Да здравствует наша великая партия, партия Ленина! Вперед к победе коммунизма!